Здравствуйте. Сегодняшняя субботняя история будет очень необычная. Ну, записывал я ее вчера вечером, после того, как мы наконец-то добрались на остров Рюген, в курортный город, ну, городок, конечно, курортный городок Бинс. Приехали мы сюда уже не в первый раз, правда, в предыдущий раз были 12 лет назад, и здесь очень многое изменилось. Ну, а по поводу дороги, это была сказка. В смысле песня, в смысле чем дальше, тем страшнее. То есть мы-то помним хорошо те времена, когда ИЦЕ, скоростные поезда, если опаздывали на какую-то станцию на 5 минут, то в течение этих 5 минут 15 раз перед пассажирами извинялись. Сегодня уезжая, точнее вчера уезжая из Ганновера утром, все скоростные поезда, которые были нам доступны, опаздывали все, в смысле, о которых мы слышали. То есть, как минимум, два поезда на Гамбург, включая наш, поезд на Бремен, ну и так далее. Ну и опаздывали так, по мелочи, 5, 15, 25, 35 минут. Ну, благо, у нас была пересадка в Гамбурге, и мы заранее взяли не то, что предлагает максимально быстрый, скажем, маршрут предлагает сайт Deutsche Bahn. А специально заложили 47 минут между поездами в Гамбурге. Благо, что так сделали, потому что по факту у нас получилось 10 минут между поездами. Но это сегодняшние, так сказать, немецкие реалии, потому что это давно уже так. При этом работники Deutsche Bahn, обслуживающий персонал железных дорог периодически бастует, требует повышения зарплаты. Но как мы сегодня, вчера ехали и думали, им, наверное, сейчас платят за время работы. Не столько, не за точность, а за время работы. То есть лишних полчаса они в пути, значит, получили лишних сколько-то десятков евро. Потому что, ну, по-другому это не объяснить. То есть все эти опоздания, причем нагонять в пути, ну, как бы особо не пытаются. Но это так, слово, в итоге доехали. Ветерок, конечно, с моря дует. Вот я сейчас сижу, пишу, записываю, точнее, вчера вот сидел, записывал это видео. Вот, на балконе на вилле, которую двухкомнатную квартиру на вилле мы сняли на больше, чем на неделю. Потому что при всем при том, здесь очень много солнца, здесь очень хороший воздух, то есть море. А да, если вдруг кто не знает, остров Рюген – это остров на Балтийском море, то есть бывшая ГДР. Вот. Ну и, в общем-то, во-первых, дал себе зарок вообще не лезть ни в какие новости вот эти дни в отпуске, не лезть вообще, не читать новостей, горя оно все огнем, просто отдыхать. Ну и по возможности, где будет чего, какая возможность снять видео, значит, буду, соответственно, по мере накопления небольшими порциями выставлять здешние, скажем, красивости, необычности, ну, в общем, то, что мне понравится. Надеюсь, и вам будет интересно. Ну, а для затравки, вот этот вчерашний вечер, когда я записывал это видео, сейчас покажу вам просто окрестности виллы, ну, то есть вид с балкона, что вижу я, ну, и вы увидите. Ну, вот, как бы в лучах, можно сказать, заходящего солнца. Вот лес, вот, ну тут это напротив, это не совсем, наверное, виллы, тут большинство, может, кто-то и сдает целиком дом, но в остальном, наверное, часть тут и живет. Но сами виллы, вот комплекс вилл, в котором, в одной из которых мы находимся, естественно, тоже похожу, поснимаю, но уже не то есть, не, ну, скажем так, не все сразу. Ну, а так вот, вот птички поют, если слышите, собачки гавкают. Ну, в общем, вот такая вот получается
картинка вокруг. Воздух, конечно, хочу заметить, охренительный. То есть дышится чудесно. Ну, а там вот, если ж вам видно, вот за этими домами уже лес, за лесом море. Ну, в общем, вот такая вот красота. Да, в отпуск свой традиционный шарфик я не брал. Но, тем не менее, как обычно, оставайтесь здоровы. Слава Украине! Живе Беларусь!